Рисни второй танчик. Угу. Начнешь тогда, Эрик. Может, не надо? Ну, к чему? Почему? Гро жалко. Тогда я буду подходить на стаки. Какая разница, кто танчит первый? Да там, типа, если ты второй, если ДК второй танчит, то мне не придется подбегать руны, настакивать Т4, короче. Тайминги совпадают с моими силами. Кто первый танчит? Ну, я. Борланд. Бля, я сделал 40, короче, хватит. Борланд, если я говорю разбежаться, в молча, да, разбегаешься. Я поверну его ебалом сюда, сразу говорю. Хорошо, только они не убей нас. Ну, типа, что. Ну, в смысле, я сзади. Нахер эти топоры, блядь, топоры. Пати раски. Я не вижу, что он стоит. Не-не-не, у стоит. Тебя у Рислина солнце. Хотите, тотем могу поставить. Все равно. С аурой коня. А вы поставите, какие там надо еще. Ну все, я завожу. А? Я по ДБМ. Че? Хочется, я тотем поставлю, типа. Какая разница? Ну, может, другую там какая надо. Как еще. 5, 4, 3, 2, 1. Дальше вот ведет мне. Вот все нормально. Все, так, Мирик. А, Реслин, ты начинаешь? Окей, значит, Реслин начинаешь. В эфире сначала хила, потом я шален. У нас один, да, ты курс, да? Да, два. У меня просто 10 секунд до курса. Сначала глю, потом яшу. Что с этого у меня? Агер. Да. Да, что сбежаться надо, да? Ну да, 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 да. Разошлись, разошлись. Ну что, вы, блядь, нельзя стоять просто? Сейчас, Борланд, жми Т4 и сокру. Рислин. Чековать 7 часов. Нормально. Че, ему фрейм поменяли или что? После этого сбегаемся. Сбежались. А. Ой, блин. Разошлись. Сейчас глю будешь на своих сейвах, короче. Глю там с баблосок. Жми. Я постоянно, ну, жми. На своих сейвах. Дал тебе зубы 7.
Ну вот, видишь, он повернулся. С этого сбегаемся. Сбежались. Разошлись. Блин, можешь левее чуть-чуть отойти? Ой, в эфире. Так, сейчас надо будет это... Как только сывы свои откатятся, рестлинным бором, сразу жмись. Т4 ты жмешь бором, как только откатится. Рестлинешь. Проводить. Кто там? Куда побежал-то, блядь? Закинь встречу, надо убить. Дай сейф, плю. Вот еще мастер. Сейчас тоже дает. Разошлись, разошлись. Меня не декурсите. Ауру на лед можете поставить. Курсил тебя. Зря. Ладно, побью. Все, теперь не надо. Молча с первого трайна учились убивать. Получается так. Завались, блять. Что? Чё кричишь? Ладно, самое тяжелое пережил. Закинь если с набой, да, пожалуйста, на всякий. Да, сейчас закину. Че, мы Геру ждем или что? Да? Конечно. Еще 5 минут подождать. Ну сейчас, кстати, големы очень хорошо были. Типа там такое Хаку и Синг стояли в големах. Мы с легко прохили возьмем. Ну да, когда они падают блядски, это вообще жесть. Сейчас плащик выпадет 100%. Обязательно когда-нибудь. Я ну, его. Интересно, каково это на этой фазе АФКшить? Я его троллю. И выйти будем, не пойдем в АФК. Офигел? Че, Синг, ты вообще со своим ЕП должен это 272 забрать? Нет, будет. Кстати, нет. Ну, блять, закрывать будут нормально? У нас у меня ЕП мало, кстати. Типа, у Синга, например, 10к ЕП, а у Глю, например, 33 тысяч. У меня 12 тысяч. Ну, типа, небо, если плащ будет, то у Глю заберет. Угу, конечно. Нет, а, щит еще есть. Ну, только у него меньше, у Хули щита меньше. А Глю могут? Ты думаешь, у Хули щита больше, чем у Глю, если что? Нет.
У Глю 31910, у Хулищита 32270. Ага. Сосал. Я на самом деле тоже уже думаю покопить на плащик. Просто получается, кого-то чаще берут в рейды, кого-то нет. Получается. Не, а если выпадет, то, блядь, все ЕПС выбрали. Да у нас на прошлом КД выпал челику это. У него Имер мне дай. 10к П было, но он по приору, он больше ничего не лутал. Он забрал. А у меня 20-ка была. У нас только гильные плащики выпадали. Ну, в основном. Три гильных плащика, что ли. Если бы я до этого всякие печеньки не лутал, блядь, три, это, руки не лутал бы, у меня был бы приор. Кесера 72 плащ взял, удоля. Ну, эти плащи, они ж падают часто, у нас тоже не падают часто. Что там еще? Пока я ходил, я только два раза это СПД Хастрит видел. Перед Новым годом и вот недавно, блять, трофу. Взгляд спинения у всех есть? Да, есть. А что это такое? Ха-ха-ха. Ничего смешного нет. Классно. Слышал, барон доебало отлетает. Нормально, бля. Бах. Че там? Синяк на пол ебла и похуй. Ебать, че вспомнил? Че там у нас? Сколько стало? Две минуты. Зерона, где твоя мама, Романа? Вот нажал кнопку. Ну шо, как тебе такое? Одну кнопку нажал. Я тоже одну кнопку нажму. Ты слышишь? Реслина, Реслина, вы чё? Все, не буду отвлекать вас, то вы что-то это. И нихуя начинаете. Там хайстаки уже были. Вот сейчас Борлан танчит, потом Реслин забирает. Ждем. Ждем потом... еще, пока Реслин протанчим, да, и потом Борлан только. Фласки перепить не забудьте. Там не бейте, не бейте, сейчас переведете. Индер меня зови. Рисин, бирань. Все, забрал. Не бейте вообще, ждите. А кстати, сейчас переведу. Или Глю, хватит, не бейте, вообще никто не бьет. Там очень близко перевод. Там еще 0,4%, просто никто не бейте. Баланс скоро стаки. 10. Сейчас ждем. Это заклинание. Декурсите уже всех. Файр резист, да? Поехали. Сейчас, блядь, сейчас же проклятие будет. Декурс. Декурс, 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 декурс. Пока шипы идут как раз. Геру. Геру. Урион.
Убейте, он вышел. Я в фулфере, блядь. Кинул. Я убил. Ебать, а куда? Ёбаный в рот! Прохил. Так, рез скидывал. Убейте меня, я встану. Ну, пока не резы, добивать. Яш. Ебать, хуета. Во мне рогов перевести. Надо перед тем, как хак. Падай, пожалуйста, если... А, нет. Падай, забить. Там фулл фир решил. Это был лучший старфол в моей жизни. Охуеть, блядь. Нет, это был лучший фулл фир, блядь, в моей жизни. Чел, он стоял в банке, его банку старфолом сбили. Шо, клоуны что? А подожди, почему он этот... Че? Ну вот, Starfall нажал, вайпнул рейд. Чем? Фир из-за чего Урича? Ну, потому что он вышел, него дали этот, МК. А. Он отошел, нажал, сливать, нажал фаску. Вот Фьюри нажал Starfall. Типа, Старфолом выбил его из этой штуки, Ури нажал чардж, Фир. Понял. Всё, вайп. Зовите через своего шника. Что, уже? Давайте не давать Феру, блядь. Просто всё. Чтоб не стоять, вот эта хуйня 5 минут не стоит. Я вас покидаю. Это было очень, сука, феерично. Давай не будем сдавать. Похоже, что на ролл статика. Тем более там у Яши, блядь, да. Еще у кого-то, блядь. Клюд, да чё ты это? Блядь, если я типа б сказал, то это... То не нажался б Starfall, типа, или чё? Всё, давайте. Ури. Давай, чмо, обосранная тварь, мерзость, пакость. Типа, собрал это и все, не хочет играть. А вы не думали, ну, зачем, почему тебя так ведет, как какой-то уебан, скажите мне, ну, по факту. Ну, Василий дрочил. Типа. Да похуй, что Синк дрочил, причем тут Синк, он сам себя ведет 4 на 4 ро. Если он сам слакает, пиздец, как иногда. Он свои пусть тогда полы записывает, то, что это не считает. Да не, он говорил. Он говорил вроде, что это. Учись какое-то время уйти, что ли. Ну не заходит тогда, пусть с другим начинать будем. Зачем нам вот это вот, ну, вот какую-то хуйню, он постоянно. Так, так у Ориона, блядь, несколько слаков, все, типа, блядь, ББ. Ну, он постоянно так делает, это не единичный случай, что ему уйти надо. Там раз съебался, там, вы ему заменили. Ну, да, ему же немножко надоело эта кара. Ну, если надоело, пусть не ходит, чё он так это... Ну, это не ко мне вопрос, типа, я никого... Он странно себя ведёт, я не понимаю такого... Ну, я согласен, есть немного, да, такого. Блядь, так, ладно, чё, этот... Нету, блядь, а статика спадает, блядь, всё нахуй, всё. Не, нормально всё. Этот... Ну, я не думаю, чтобы он ушёл, если бы, типа, не было кем заменить. Мне кажется, еще это, он там этого, как его, долю подбивал, типа, чтобы шел просто. Бля, типа. Ну, я зайти, если хотите. Там есть. Да не у нас есть. Я думаю, он просто вышел. Ну, сейчас этот чел додумается задолжить игру в лоле. Типа, ему нихера не надо, и он, типа, это... Так вроде, если неким было заменить, он вроде сидел. Так же это... Так, все, он задолжил. Нормально, все, сейчас идет. Здорово. Класс, хорошо, блин. На той неделе. Ну, говорю, давайте поменяем нахуй, а? Я уже кусаку возьму, блядь, без танка спека. Гэри, берите далее просто и все. Просто из-за того, что есть на кого поменять, и все.
Не, мы можем, конечно, провести референдум. Уже. Вначале надо найти замену, а потом кикать. Ну, я не знаю, как хотите. Мне кажется, что просто, типа, есть вариант, чтобы есть человек, грубо говоря, на замене, да это он пошел. На той неделе он же сидел, эту оперу ставит, трайл, сколько, 2 часа. Ну, Роби заменить Вара звучит не смешно, блядь. Я эскейп нажал, ну, видно. Ждите, блядь, что у меня кнопки сидят. Вчера же сидел фулл, это рейд вроде. Пять кнопки в говне, блин. Ты пропустил вайп на опере на 450 тысяч. Я видел. А, это идеально расставленные кнопки. Я уже все поменял, небось. Че, мне Сандер постакать, да? Как хочешь. Ну, дамажить хочется же. Блять, это сум я принял. Все, не, все нормально. Так. Так, это. Че, короче. По декурсам там понятно, че, кого? Вот Фьюри сначала Глю, потом Яшу. Потом Шоколада, потом Борлана, потом себя. Ну, а Хаку знает. И декурс свой пати так. Мало ли, забыли что-то или еще что-то. Ну, уже подрывай. Ты либо смотри, как делай новый Фьюри. Ты типа, давай Старфол на ледяной фазе. Типа, чтобы он уже заканчивался, помню, откуда мы туда переходим. Ой, как да похуй на этот Старфол. Можешь его вообще там не давать. Забей просто. Давай его. Мы и так за ДПСим нормально. Геру не будем давать? Давай что? Попробуем не давать Геру. Чтоб не ждать потом. А Реслин здесь? Еще эти големы нормально упадут, в принципе, это можно. Я начну. Дайте секунду. Стойте, это уже наебал. Ой, это звездопад 16 всего лишь процентов. В принципе, можно и не давать. Глю сопрот, Яша сопрот, Хаку сопрот. Тут, наверное, крика этого варовского на хп не будет, и все. У меня перц. У вас есть перц. Чуть дает. Ну, чуть меньше, там на 500 вроде разница. Тут 1500. Урини вкачан. В чем заводим? Него... Мы же это смотрели, на 500 этих. Так. 500 хп. Сейчас, сек. Я думаю. Триксы завез? Бля, триксы, вот. Я думаю, что-то забыл. Как макрос, ПВЕ, трикс. Сейчас, что там? Каст. Дар бездны. Так, мне надо убрать череду тогда. Ого. Нет. Скажу так. Проверю. Да, заебись. Ой. Бля, чё я хотел сделать? Покакать. Я тупой, я не понимаю. Там статик Каргер и ЦЛК 10, не ДЦ, это ДК. А, блядь, всё, я этот Сандер выставить на нормальную кнопку. Я на Каргер идти, блядь, ЦЛК 10. Гений. Так, всё, Сандер на нормальной кнопке. Ну все, да. Не, ну можно там на этих, на 4 броня ходить там. 5, 4, я первую в броню закину. 2, 1. Я на правой ноге буду снять. ПС. А вот один. За спину. Шо? Там, когда босс кидает мстительную порчу, он разворачивается. Типа, чтобы вы всегда были... Рэм 10, забей, можете падать просто сразу. Да, не хотел бы. Я радар не нашелся на, блядь, нигде. Упадем. Я в 3, ты видел это? Заявейте, пожалуйста. Я в 3. А я не понял, хочу застать, типа, чтобы не лутать или что-то? Да он, да он сам. Я радар не нашел на экране, блядь, я не включи его, блядь. Не, я не про то, ну, типа, почему-то сейчас просто, ну, типа... И на предыдущем пуле бегать, блядь.
Да они всегда бегают. Ну, типа, в уре всегда бегают. Легче бегать, чем искать пиксель. Ты нажал черту, тебе заново надо искать пиксель. Ну, я не бегаю, но я остановился. Продекуртите, пожалуйста. Спасибо. Рыба закончилась. У меня есть. Дай мне трейд. Я поставил уже. Еще отсыплю. Рыба велела. Да, я ел яши, потом купил. Вот это пул был, конечно, вот это пул. Legendary. Парам-парам-пам. Все, вроде нормально. Каску по магу и по шаману. Радар на пол ебало есть. Дайте каску. Блять, зевка, ладно, бог. Зев, блять. Там СС открылся. А, да? Нормально, Глюшечка. Да он заебал уже агриться. Кому эти приходы нужны, правильно? Я СС еще не успел накинуть. Все равно без гера идет. Блять, меня не отображается это. Сука. Не отображается. Сандер. Вроде вижу. Так. У меня нормальный уровень. Кстати, так удобнее еще, потому что Борланд-то на месте стоит, а вы когда на мильках отходите, вы иногда можете ранжей зацепить. Мало ли. Ну я всегда не зацеп. Ну, так, мне кажется, вообще можно ноги на стол закидывать. Да нет. Вчера нечего делать, кроме того, как следить, как ты отошел. Блять! Меня съело, порча. Я давно тут не был. Скорее. Я столько маучи скипнул, мне так хорошо было. Ладно, давай бы. Да не надо, бля. Давайте пойдем. Нет. Пидора ответ. Ой, блядь. Ладно, мужики, блядь. Алло. Мы играть собираемся? Я резну. Можете умереть. Да похуй, мы дойдем. Зайти-то. Взорвет нахуй кто-нибудь. Минус СС, минус БР, но зато на фул игра сейчас будем, нормально. Оно нам не нужно, типа. Жалко, доли нет. Блин. Ты оху... Рода Балчи, это было бы... Шерсть, блядь. Эдик. Да чё шерсть, мне тут не было. Первый раз хороший. Побезди мне тут. Да. Когда я последний раз тут был? Я триксы даже не кинул. Да что тут можно было забыть? Ну скажи мне, пожалуйста. Что порчу надо отслеживать? Я вообще не помню. Реально? Пиздец. Давай я на тебя сейчас накину порчу. Дуэль. Я тебе череду там ебал. Нельзя нахуй. Я тебе порчу повесишь, чтобы ты себе увидел ее. Ну ты знаешь, что мне настроить. Баф-дебаф. Ладно, пора поставить Дживса, чтобы купить свечки. Ёбаный фрик, нахуй. Себе поставь за упокой. Тебе, ты ж каждый пул умирай. Где у Риона, блядь? Купить ему таблеток, пусть играет дальше. Нормально вы, блядь. Ой, кринж, блядь. Ой, кринж. Не, ну вообще первый вайб вообще хайповый был. Один на одного перекидывается. Нет, ты иди играй. Нет, ты, блядь. Ему, блядь, молоток нужен. Чё? Чё? Мне нихуя тут не нужен. Чё-нька? Чё, я вот, меня чуть подлагило, я ВПН подрубил сейчас. Чё-то... Жду показать. Вручная эта херня? Когда с хастой нахера, да? Видишь, что на 60-е, блядь. А у него сейчас какие? У него вроде 60-е, 45-е.
Ну, типа как проходная, может быть. Ну тогда да. Просто переезжают белыми садами. Мне ну, а потом у вас в это отдадут у вас потом с критом, типа. Так он с критом и забрал, когда. Не, если, ну, типа, полутает 260-ю, блядь, там начнет Кирилл говорить, а у тебя 260-я есть, нет? Такого не будет. Ты чё? Да нет, у нас за ИП просто поставишь и забираешь. Ну, там, если только объективно какая-то залупа происходит. Ну ладно. У меня хант кинжальчик ролил на 8000 ЭП. Ну, так что да. Ну, по ДК каску. И ДК рыбу. Нас тоже вроде отдают все, что это. Там даже Саня это хотел как-то. Бля, я не помню, что-то там. А, хант забрал. Ну, и хотел, и забрал там какой-то кожаный пояс РПБ. Типа он не ходит в кару, типа его надо. Вон и пул. Серега Чувава тоже горел по поводу этого пояса на РПБ. Угу. Не ходит, ну как бы, блядь. Нас вар забрал. Чё поделаешь? Ой, не забрал, он хотел забрать вар. Отдали, это только потом. Боланд. Я же говорю, я же логался, типа у меня, ну сейчас схожу. Какой? У меня какой-то твин хотел, блин, этот бисовый плащ забрать, блин. Слышал, блин. Какую-то там пуху с лича на это. В порядке было. Сказал, что типа твар. Эти твары будут ролить, он отдаст им. Как-то филин как-то на Ф. Филин трас. Филин трас. Фалинган. Фалинраш, вот. Фалинган, блядь. Вот. Фалинган тоже мем. Че, мы с Фаленганом первые это закрыли кару. Мы ему закрыли кару. Мы ему кару закрыли. А он нам. Тоже правда. Так Муртулов в статик позовем. У него так аспект есть как раз. О, так пишите ему. Чего он там аспект осел, Реслин респект? Ну, Реслин на копыте будет ломать все-таки лица бесом. Давайте. Любой милик может ломать уровень. Бля, ну сейчас я отвисну, блядь, чтобы заебись. Там надо глю в танка спекать, чоколаде лошама и в 2 милика бесом голову ломать. Все, погнали. Борланд. Борланд. Прохиливаю даже вроде. Я за тебя прохиливаю. Так, ну подсуйся. В смысле, я больше сейчас тебя напекаю. Сейчас не отлагает. Хорош. Если бы я еще больше, чем ты нахилил, я бы... Алло, я бы в смысле, у меня Т8 сет и 200-я триня. Что ты хочешь? Ты ебись. А может я на Фенрире потанчу? А Реслин подоможет? Он плюс делает этот второго ретрика и будем там вообще за пару минут это копыто закрывать. Как вам гига-идея? В 2ДК, кстати, хайпово звучит. У нас 200 рин, Яша. Как эти... Ну что, на копыте, блядь, самое то, что ты там возмущаешься. Я не возмущаюсь, я ржу, блядь. Так что, может, не на Фенрир? Давай, Глю. Нет, сиди, давай убьем босса. Да, вообще, так, нет, блин, нет. Это же сильнее будет, не? Подлутывал. Арисин привык танчить, а ты хуёво танчишь, молча. Согласен? Я хуёво танчу, молча? Нормально, что танчу. Ты вообще всё хуёво танчишь. Ну, повезло просто. А, да, когда вот это вот, вы бурстите с нулевой по валикам, блин, бывает, бывает. Да никто не бурстил с нулевой, ты странно держишь просто. Даже, я, на, даже, да, даже я на Элеме почти сорвал просто. Хотя я начал бить, там стоял ФК долго. Что просто не так, может, как ты делаешь. Ну, хорошо. И нонсет там, в принципе, блядь. Ладно, ладно. Ну, отпусти ради соцсетого, блядь. Давайте пульнем вместе, вайпнемся, блядь. Все, пускай забыл. Лё, а тебя это... Так он слагает просто, чё он делает. Чего? Два куска купишь сразу. Я 4 куска сразу куплю. На ретрика? Нет. Нахуй. Нет. Ну нахуй. Я тебе про ретрик. Не, бля, два ретрика это копыта. Бля. Вообще. 4, 3, бомба. 2, 1. У меня
Ладно, жму запомнить цель, пишет заклинание, пока недоступно. Склероз, склероз не запоминаешь. Это заклинание. Станем. Ну, покуда падает, нормально. Вообще в ебенях. Я ж, если чё, стакую, Александр. Да, видишь. Все, после кольца сбегаемся. Сбежались. Зашлись. Ну, слушайте, падает хорошо. Сейчас Борланд будет Т4 жать и сокровиться. Жмите. После этого. Зря ты, кстати, будет фьюри сейф нажал. Кстати, вряд ли откатится. Фарму может поднять. Ну во время череды, сука, кидает порчу, уёбище. Во время, блядь. 30 секунд, бля, разбежались. Блядь. Разошлись. Чувствую себя на бабочке, блядь, на ШП. Давайте, пройди вперед. Так, сейчас Глю сокро даешь на своих севах. Жми. На ком там? Не вижу на ком. Мы вроде выжили. Очень все хорошо. Еще вперед. Я могу сейчас вставать? Вообще не будет ничего? Да, что-то. Рибахните хисер. Так, сейчас сейчас сбегаемся. Сбежались. Так, зашлись. Кинь ты порчу. Так, как сейвы, как только откатится, сразу жмите. Блюсинг. Хорошо. Далеко что. Как же вам везет, блядь, с подъемами? Не понимаю, в чем везение. Я на спинку откинулся, чисто. Да, было так, да. Так, я дезером кинул. Где? Где же ты? Мастер Курана дал. Куда даешь-то? Без мастера ты был. Вы вообще без его прокидывали. Ну, можно же с сейвами. Попроще будет. Сейчас говорю, плюсак. Вот давай. Ах.
раньше наберите, ману там регините. О, мы 5 кулаков. А чего бейте, типа, у нас же Гера не ждем. Маны там. Либо ему, типа, либо это вызывается. Нет, да. Бордись мы ждали. Бэр долго, нахуя? Да, давайте бей, пофиг. Глюпость ман поднимет. А ману? Мне нормально все, нормально все. У тебя этот бомж? Да, да. Все, понял, хорошо. Да курс. В обычном режиме бейте. Как раз пока арестом не танчит. Только стопните на 22%. На 22% можно стопнуть, деньги подождать. Декурс. Тех декурс у меня тоже. Это ты на разъебашить. А ты не достаешь, по-моему. Ну, мне. Буду там регинет. Так, я 5 компонентов наберу и кину этот. Я вообще пристану бить, я кину Сандер перед перефазой. Мы переводим? Все, стопайте. Стопните. Давайте еще подождем, пока Реслин потанчит еще, пока надо подождать. Не, нахуя. По Реслин не танчим на фазе. Горланда мало стаков. Я чего мы сейчас ждем? Рел, что ты молчишь? Так все, давайте, го, переводим. Поехали. Переводим. Так, кинул Сандер. Да, это декурс. Первым. Яш. Без Старфола только, плиз. Ага. Еще один будет. Забери Алексеевич, пожалуйста. Или не будет? Давайте, да, нормально. А, конечно, набрали сразу. Я меня чем сделать? Мне хаку. Мне блайн дали, мне блайн дали. Я шоу изи первый. Кольцо. Так, шоколадь. Я прохил. Я бегу Яшу убивать. Дизаром кину. Алло, череда, блядь. Без... Все вывели. Разошлись. Все, убиваем босс. Порча, иди нахуй. Ой. Кого-то съела. О, давай. Я отойду. Ну, он отошел, я его не достал, думаю. Ну, я... У меня был крест. Даша чередой убил. Типикал Роги. Помнишь, как ты умирал от ШВД, блядь? Один в один хуйня. Я сегодня так делал. Дважды. Один вообще не отличается. Ты кидаешь еду и в тебя порча прилетает, все. Mm-hmm. Ты ничего не можешь сделать, ты уже умер. Ты просто уже умер. Бубы бежит. Типика урок, сдул. Ножик, кстати. Вы не поверите. Да ладно. Дайте ножик. Спасибо, Хак. Я же говорил плащ. Чё, Яша, это третий... Да, давай. Тайгер? Нет, в смысле, мне... А, у вас падал? Да, ты... у меня два лежит. Это первый мой. Не знаю, зачем он мне, но пусть будет. Гециглю. А в синг есть? Помой там. На поле балла. Или у тебя дух? О, гециглю. Чмо вонючая на локе, нахуй. Я пока не буду ничего с ним делать, сейчас сходим в ВВК. Могу потрейдить этот плащ. Так дай мне его так. А, да. О, так стоп. Войд же брал. Сингу не надо, Бурону не надо. Ласт токен. Да, го ВВК фастом. Все, я тебе разбиваю токены на мутика когда-нибудь, когда все выбьют. Да ты лучше в Т-10 бегай на роге. Вот Т-10 выехает, целка, а вот Т-10 бегай в Т-10. Там... Бегай в Т-10, уже. Слышите, вот вы там знаете,